Центральная Азия должна стать новым центром глобального притяжения. В преддверии встречи глав государств региона Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью о Центральноазиатском ренессансе. В ней президент обозначил 6 важнейших задач, от решения которых будет зависеть судьба пятерки наших стран. Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения. Ключевыми приоритетами государств региона являются формирование неделимого пространства безопасности в Центральной Азии, поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с традиционными и новыми угрозами. Касым-Жомарт Токаев отметил, что совокупный ВВП стран Центральной Азии достигает полутриллиона долларов. Теперь государствам предстоит заняться диверсификацией экономик, технологическим развитием и углублением межгосударственной кооперации. Кроме того, геополитическое расположение позволяет региону стать одним из ключевых транспортно-логистических и транзитных хабов планеты. Затронул президент и проблему дефицита воды. Для ее решения он предлагает активизировать сотрудничество в рамках Международного фонда спасения Арала. Тем более, что водные проблемы неразрывно связаны с продовольственной безопасностью. На глобальную обеспеченность продовольствием влияет продолжающийся геополитический кризис. В целях минимизации зависимости стран Центральной Азии от внешних факторов возникает потребность скоординированных мер в данном направлении. В этих целях Казахстан предложил разработать стратегический план по обеспечению продовольственной безопасности в Центральной Азии до 2030 года с формированием единой информационной платформы по анализу и обмену данными между пятью странами.